Певица Татьяна Лепницкая, известная как Бьянка, едва не скончалась от перитонита, развившегося на фоне воспаления аппендикса. Как сообщает Мэш, артистка принимала обезболивающие, думая, что страдает от несварения. По данным источника, последние несколько дней Бьянка жаловалась на плохое самочувствие. Певица предполагала, что отравилась, пока у нее не случился сильный приступ. В результате исполнительницу доставили на скорой в отделение хирургии. Тогда и выяснилось, что все это время у королевы русского R&B развивался серозный перитонит – воспаление внутренних органов в связи с выбросом в брюшную полость содержимого желудка. Бьянке провели операцию, она уже вышла на связь и сообщила, что восстанавливается в палате. Ближайшие концерты и съемки певицы пришлось отменить.